Mani sauc Ilgurs, un šodienas video tēma būs tas pats Hacans, ar kuru jau es te esmu ganam pacīnījies un video ierakstu rakstu un runāju krievu valodā. Arī šodien es runāšu video ierakstu krievu valodā. Здравствуйте! Сегодня видео тема будет тот же самый Хацан, Striker Edge, с которым я тут вожусь уже некоторые многие дни. Поэтому сейчас еще раз хочу снять видео, насколько я его добыл и какие результаты получаются на сегодняшний день. На сегодняшний день будем стрелять этим мишени на 4 лист формат, да, который черный круг начинается с 7 цифра. Тут, если у вас видно, и стоит фотик камера, которая будет фиксировать попадание на эту мишень. И потом есть еще такие баночки, будем стрелять эти баночки отдельно. Что? Для, наверное, хорошего лайка пойдет такой маленький аэросольник. И вода с бутылкой будет, двухлитровая вода. Бутылка с водой. Попробуем посмотреть на видео, как пойдет, как это на видео смотрится, когда пулька проходит через бутылку насквозь с водой. А мерить я буду с этим двухметровиком, таким 20 метров, больше, я думаю, пока не надо. А потом посмотрим, может, что-то еще придумаем на более длиннее дистанции. И есть и хронограф, и на хронограф потом посмотрим, какие будут скорости и дульная сила джаула. Итак, сосчитаем 20 метров. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 и 20 до моего стола. 20 метров. И так я тут буду сидеть, но это там плюс-минус сантиметров смотреть не будем. И, конечно, есть еще и хронограф, через кого будем пострелять. Итак, начнем стрелять с пульками. И кроме этим пульками будем стрелять Norit Pointed 0,58 граммовый остроголовый пульки, и потом ради интереса пропустим через хронограф блики, которые вес вообще-то 0,25 грамм. И камера включена, и будем стрелять по правой мишени. Делаем 5 выстрелов, пойдем посмотрим результаты.
Смотреть, ну, а так посмотрим результаты, какие тут они получились. Получились, я думаю, неплохие, только немножко высоко. Сейчас стреляю по бутылкам этим и посмотрим, что от них получится. Мимо даже, первый раз мимо. О. Как же так? С одним ударом 3 бутылки, это невероятно. Пойдем переставляем. Такого еще не было, что с одним ударом завалились все 3 бутылки. Как же так? Но получается, что дырочка очень большая. Это вилетная, это стрелял. Ну, почему только она завалила все 3 бутылки, не знаю. Вставляю еще раз. Перестреляем еще раз по бутылкам. Посмотрим, как получится на этот раз. Так, бутылку мы завалили. Пойдем посмотрим. Находимся на место происшествия, где были завалены 3 бутылки. У них получается попадание, но это не насквозь эта бутылка. Наверное, потому что немножко на бок пошло. Так, посмотрим эту бутылку. Эта бутылка насквозь получается, и эта бутылка тоже насквозь. 20 метров это вполне нормально. Сейчас поставлю дезодорант в бутылку и бутылку с водой. Посмотрим, как у нас будет получаться их застрелять. Это, конечно, дезодорант намного, наполовину даже тоньше, чем эти бутылки. Ладно. У нас еще есть 2 мишени, которые надо стрельнуть. Мне одна камера будет только. Потому что на этой не хватает зарядка. Бутылка, пуля сбоку прошла, но и на вылет. Ох, и это прямо по центру и тоже на вылет. Отлично. Ой. Итак, тут идет насквозь. 20 метров вода позволяет пулю пролетать насквозь. Итак, сейчас возьмем хронограф. Посмотрим, как идет у нас на хронограф сегодняшний день. Итак, смотрим на хронограф. Пульками 0,48.
граммовых, да, браунинг, какой будет дульная сила и энергия в джаулах, скорость метра секунды. Включаю. Тут на 0,48 есть, стреляем. 252, 15 джаула. Сейчас перестроим на 0,40, 0,51. Итак, сейчас норится 0,51 грамм. Смотрим, какая будет сила. Двести сорок восемь, 15, 77. Перестроим на тяжелую пульку. Итак, сейчас норится 0,58 грамм. Норится pointed. Стреляем, смотрим. 218, 13, 89. Перестроим на блик. Сейчас будет выстрел патрона блик. Посмотрим, какие будут результаты. 322, 13, 02. Вот такие результаты моего хатсона. Так, сегодняшний обзор заканчивается. И результат у нас такой, что бутылку с водой простреливает запросто. Баночку такую мелкую тоже попасть можно. И идет пульки насквозь. Помещение. Тоже стреляли, и с хронографом тоже стреляли. И хронограф на данный день показывал хорошие результаты. И я думаю, что для моего хатсона больше ничего делать не буду. Хватит такой, как он сейчас есть. Итак, обзор сегодняшний день заканчиваю. Спасибо за внимание. До свидания, до следующего раза.